Директор школы зачитывает приказ о допуске к итоговой аттестации по программам среднего и общего образования. Решением педагогического совета в июне 26 учеников 11 А класса и 25 учеников 11 Б опишут задание единого государственного экзамена. На этом официальная часть окончена. Впереди поздравления, слова благодарности учителям и творческие подарки от главных героев торжества. Добрый день, дорогие коллеги, добрый день, дорогие мои выпускники. Я от всей души поздравляю вас сегодня с этим замечательным праздником, с праздником последнего школьного звонка. Как будто еще вчера они были первоклассниками и впервые переступали порог 17-й школы. 11 лет пролетели незаметно. И вот сегодня взрослые, образованные и уверенные в себе юноши и девушки выходят на сцену. Буквально через несколько дней в их жизни наступает новый этап – сдача единого госэкзамена и выбор дальнейшего пути. В какой вуз поступать, уезжать из города или оставаться учиться в родном Сарове? Совсем скоро им придется найти ответы на первые вопросы новой взрослой жизни. Я желаю успехов детям, благодарю родителей и выражаю слова благодарности всему педагогическому коллективу. С праздником вас всех! Последний звонок – праздник для всей школы, администрации, учителя-предметники, педагоги начальных классов и те, кто сегодня отпускает ребят в большое плавание, классные руководители, в этот день не могут сдержать эмоций. Вот и подошел этот грустный и прощальный праздник. И сегодня все мы, присутствующие в зале, стали старше ровно на целую школьную жизнь. Прощальный вальс, песни о школе, выступления первоклассников и родителей выпускников, подарки и море цветов для любимых учителей. Последний звонок в 17-й школе получился ярким, торжественным, музыкальным и одновременно уютным и по-домашнему теплым. Дарья Цапарыгина, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.